Переходим к жарочным поверхностям. Тут представлена плоская и рифленая. Толщина жарочной поверхности здесь 12 мм. Это довольно много. Как следствие, равномерное распределение температуры по всему пространству. Данная версия выполнена с хромированным покрытием. Также есть более бюджетные из нержавеющей стали. Хром по своим антипригарным свойствам соответствует всем знакомому чугуну. Но чугун в Европе запрещен для приготовления пищи. Считается, что он токсичен. Поэтому, если вы ранее работали на чугунной поверхности, смело берите хромированную. Плавная регулировка температуры от 50 до 300 градусов. Обратите внимание на брызгозащитный бортик. Видно, что он очень хорошо выполнен. Толщина 3 мм, высота 100 мм. От температуры его абсолютно не будет вести, и он будет отлично служить. Рифленая поверхность. Толщина 15 мм. Как следствие, равномерное распределение температуры по всей площади. Обратите внимание на то, что рифленая поверхность, в отличие от конкурентов, сделана методом высокоточной фрезеровки. А значит, полоски при приготовлении будут более отчетливы. Для рифленой жарочной поверхности в комплекте идет специальный скребок для очистки.